Руки мелко трясутся от холода и страха. Спецназ Вооруженных сил Украины, отдельный 8-й полк. Для этих бойцов элитного подразделения война закончилась. Сегодня их взяли в плен ополченцы. Ума палата. И никто не спрашивал. И когда мое предприятие бомбили, людей из шахты не вывезли. Эти претензии даже не им лично, просто наболело. Пленных не бьют. Среди них было двое раненых, перевязали и отправили в больницу. Всего к ополченцам попали 9 украинских военнослужащих на границе между Луганской и Донецкой республиками. Тот самый Дебальцевский котел. Я тебе скажу одну правду. В Минске, когда я сказал, что, ребята, у вас есть котел Дебальцевский, мне устами одного из посланников Петра Порошенко сказали, что у вас котла нет в Дебальцево. И все, кто там сидит, находится, они нормально воюют, они нормально, типа, защищаются. Теперь, если вы сдадитесь, вы будете жить. Ваш президент вас предал. Вы для него никто. Хоть вас там 5 тысяч, хоть 50. Вы для Порошенко кусок мяса. Эти солдаты сдались в плен сами. 101-я бригада, охрана украинского генштаба. Даже их Киев бросил в мясорубку Дебальцевского котла. Решение выйти с поднятыми руками принял вот этот лейтенант. Ему чуть больше 20. Боеприпасов нет, провизия тоже закончилась. В котле вы не в котле, что говорил командир? Не сказал ничего, он думал. Что будете делать? Куда вы поедете? Где вы будете жить? Я же говорю, Фашик. До дома поеду. Одень шапку. Так в смысле все? Подумаю. Местные жители стоят поодаль, к пленным не подходят. Ты будешь жить, накормить, напоить, нормально уложить спать. Пускай они помоются и дать им теплую одежду. В самом Луганске после перемирия тихо и спокойно. В соседних городах слышна канонада. Есть жертвы среди мирного населения. В поселке Зоринск во время обстрела украинскими войсками погиб мужчина. Это уже было после того, как перемирие было объявлено? Да, это было сегодня у нас какое число? 16-е. Время. 16 февраля в 10 часов. 9-10. Как-то не могла в это даже поверить. А потом же мы с ней прибежали сюда. Саша лежал вот здесь. Даже до сих пор не могу как-то свыкнуться с такой мыслью, что его уже нет. По словам коменданта Зоринска, сегодня в поселке задержали корректировщика огня. Его доставили в военную прокуратуру ЛНР. В течение сегодняшнего дня по Зоринску было нанесено несколько ударов. Как минимум один человек погиб, один ранен. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сейчас улицы этого поселка городского типа пусты. Люди боятся покидать свои дома. Александр Евстигнеев, Владимир Гриневич, Вячеслав Манихин, Первый канал, Луганск.